Третий год над морями мечется пахнущий кровью тревожный ветер мировой войны. В наглухо запертом вражескими минами водоеме беспокойно мечется вместе с ветром обреченный флот. Мечутся в трехлетней тоске, запертые в броневые мышеловки, обезумевшие люди. У нее эти первые статьи, а не деградацию эту сами защекотать могу. Безобразие. Стереть масло со ступенек. Ваше скородие. Ваше скородие. Явите милость. Мочи моей больше нет. Перестаньте мучить щекоткой. Ты обалдел, оселстый Росов, когда я тебя щекотал. Ваше скородие. Я ж таки понимаю, что ежели человек таракан оборачивается, значит, так ему на роду написано. Только вы возьмите Кулагина. Он вдвое поздоровее меня будет. Шел вон! Дурел! Месяц без берега. Что такое? Нехорошо, ваше скородие. Я к вам по-человечески, а вы меня в зубы. Как это понимать? Или вам такие права по уставу дадены, чтобы матросов бить? Я могу претензию заявить. Вызвать караул! Караул! Наверх! Слушаюсь, ваше скородие. Спустить этого подлеца за борт. Взять! Не кажется ли вам, лейтенант, что у матроса, сидящего 3 года в минном погребе, может быть нервная травма? Что такое? Мичман Казимиров, извольте обдумывать свои выражения. Матрос дерзит. Может, вы хотите повторение Потемкина или памяти Азова? Вы свободны. Ну, погоди, таракани, сволочь. Со всеми вами разделаемся. На борт впускай его. Чем мережей спаси, от ниже первый сестр, еще вер, яко съесть, что чистое тело поет, и сияешь чистая кровь. Вот пивает. Матрос срезвым. Кончается. Адмирал приехал к врачу в 3-й палате. Анекдотами забавляется. Господин адмирал любит говорить о счастье, отдать жизнь за царя Отечества. Вот оно. Счастье. Умирают обманутые матросы. Золовянного болвана в зимнем. Ты, Вобла, чего мелешь-то? Чего мелешь? Царю что? Ему платить половинную пенсию семьям погибших куда выгоднее, чем полный оклад живым. Но так продолжаться не может. Талондр, черт подонный. Точно говоришь. Гулявин на процедуру. Уйди ты, крестирник. Иди, пожди. Разговор тут есть. Кочегарь дальше, братишка. Ты не бойся, мы, матросня, здесь все как братья родные. Гарнизон Петербурга бунтует. Рабочие почувствовали силу. Думаешь, штормяга будет? Ветер, Вася, идет. Сильный, свежий. Вот тебе слово большевика.
Ни одного твоего таракана. Всю шваль за борт. Мы не договорили тогда в этом лазарете. Стало быть, нашел свою линию? Какой так, что нашел. Товарищ Гулявин, начальник летучего матросского отряда украинцев-добровольцев, направляется в распоряжение командующего южной группы войск на Украине. Подробности здесь. Понимаешь задачу? Чего не понять? Не лыком шиты. Мы придаем тебе начальника штаба. Строев! Строев! Идите сюда. Вы, Гулявин, очень рад познакомиться. Соня, ты что, это мне офицера дал? Что, я сам не справлюсь? Или не доверяешь? Не дури. Начальник штаба должен быть грамотный, сам понимаешь. А если предаст, кто ответит? За него я как за себя ручаюсь. Иногда бывает, вша медведя съедает. И брось, Василий, свои флотские замашки. Для тебя сейчас одно дело. Дело партии. Есть. Отряд добра. Шагом! Марш! Ты из каких будешь, товарищ? И я? Из артиллерист, прапорщик. Чудно. Большевицкий прапорщик. Ты что же, выходит из белых ворон, что ли? Ах вы вот о чем. Да, должен быть из ворон. Штука редкая, во всяком случае. Ну, а теперь давайте договоримся, где мне вас найти при отправке на вокзале. А где найти? На воинской платформе. Спросишь, где гуляевский отряд, тебе любая собака покажет. Ну, вот отлично, в 6 вечера приду. Кругляк, следи за ним. Может, придется еще свинца ему в кишки пустить. Ясно. От хурды морды. Прощай, матрос. Победной тебе дороги. Из Петрограда в декабрьские стужи, ветры и снега, закаменев и сжимая корявыми пальцами облезлые приклады винтовок, уходили на Украину, на Волгу, на Дон. Декабрьское небо над ними было не серым, туманным, а пламенным и острым, как меч. И носились над Россией дымящие чугунные дни. Смотрите, смотрите. Международный смертельный летучий отряд Прощавского гнева. Кто это такое выдумал? Как кто? Братва вся, я разрешил. Слушайте, Гуляй, ведь даже насмех подумают. Это же не название, а целый музей курьезов. Какой еще такой музей? Чего мелешь?
Да ведь смешно же, ну почему смертельный? И к чему пролетарского гнева? Ведь это же безграмотная чушь. Неграмотно, а прошибает. Смеешься? На колени тебе надо встать, а не смеяться. Люди от чистого сердца придумали. Потому что на смерть идут первый раз за свое дело. И надо, чтоб красиво было. Надо, чтоб слова огнем пекли. Хоть с нами вместе идешь, а это в тебе, брат, барская плевотина. Презирай, мол, не ученость вашу. А ты не презирай. А загляни в душу человека. Смеяться будешь? Катись! Вот тебе прямая дорога и пуля вдогонку. Гулявин, телеграмма. Телеграмма. Слушай приказ. С фронта эшелоном движется разложившийся полк старой армии. Приказываю полк разоружить. Из добровольцев сформировать отряд. Если надо, применить силу. Задача ясная. Становься! Обещаний более слухать не будем! Отвоевали! Нам более, Георгий, с банками, понял? Эх, я ждать раз! Я видели у меня угроза горбули видали! Испись, Иллачакет! Испись! Тамси, небо! Тамси! И чего палубу кулаками проламываешь? Обереги, пригодится! Ванька, покажи этим большевикам, что от вчерашнего агитатора осталось! Вань, а Вань, а для него у тебя место осталось, а? Иди, иди сюда, дядя, иди сюда. Братишки, солдаты, разложившихся армии! Отрывайте селезенку. Мне такой голос даден, что от него протодьяконы на задние ноги садятся. Поговорим по-хорошему. Скажите, товарищ хороший, а какая в антикрасной армии питание будет? Обувка какая и жалование? А чего их приходов служат? Спрашиваешь, какая обувка будет? Отвечаю, обувка будет. Босая, ты спрашиваешь, какая питание будет? Да. Отвечаю, голодная. Ты спрашиваешь, какая жалование будет? Да. Отвечаю, пуля врага в сердце. Молодец, большевик! Здорово сказал, товарищ! А кто же вы такие? Откуда? Мы интернациональный летучий отряд пролетарского гнева! Ты, братишка, у меня в отряде не выкай. Нам эти ученые календрясы не подставят. Это точно. Вот тебя звали Михаилом, ну, а теперь будешь Миша. Ну, а меня просто величай. Василием. Хорошо, так и будет.
Державин у себя? Есть. А зачем он тебе? А сейчас сам увидишь. Эй, братва! Тащи сюда царицу Персидскую! Ты кто такая? Я Лёлька. Ты не мотай, не мотай. Толком спрашиваю. Откедова? Кто такая? Родом я из мамы Одессы. Командир пролетарского отряда красных гвардейцев. И много у тебя этих гвардейцев? На мой век хватит. 30 голов есть. Было больше до третьего дня петлюра. Пощипала. Кукла чертова. А ты-то из каких генералов будешь? Кто? Я? Фельдмаршал советский. Послушай, Лёлька. Приставай к нам по пути, а? Мы тебя в адъютанты произведем. Миша, хорош у меня будет адъютант, а? Оставайся, Лёлька. В тесноте, не в обиде. Что, Миша? Атаманша не по сердцу. Почему? Нет, ничего. Нет, ты по правде говори. По правде? По-моему, ты неосторожен, Василий. Ну, черт знает, что за отряд. Ну, подумай сам. О, хурды-мурды. Пошел страхи напускать. Баба как баба. А раз с деникинцами сражается, значит, она помощница. Ну, не возьму я их. Где они завтра будут? В банде? Пошло крутить. Каждый свою правду ищет. Да и кавалерия нам. Во, как нужна. Проверить надо. Вот в бою и проверим. Цепляй красные банты. Скажи ребятам, пусть гнут их линию. Да гуляй поле, докатимся, а там. Ты лампочку-то гаси. Баба все же. Была баба, да вся вышла. Отлягу, да и погашу. Не спишь, фельдмаршал. А тебе какая забота? Тошно. Чистый линейный корабль на якоре. С буржуя снял, в Киеве. Ты кто? Граф Валуйский Сундукевич. А ты? Моя фамилия Нога. А, тоже из графьев? Не, плотный в соседнего села. Лихая, братва. В огонь и в воду.
задача такая. Прорвать фронт, погулять по тылам, погромить и склады, и штабы, а у Екатериновки выйти к своим. Одним словом, Рей, як Примаков до Готовский роблять. О. Ясно! Ясно! Конного эскадрона ротмистр Лучицкий. Бросок! Товарищ дорогой, не убивайте! У меня мама дома, честное слово! Откуда мурды? Не убивайте! Я там продумал! Я больше не буду, честное слово! Эх, интеллигенция! Не надо, не буду! Пропал. Не надо! Не надо! Молчать! Вы офицерского звания недостойны, сопляк! Дай самогону глотку промочить. На сухой живот подыхать тошно. Эй, кадет, за этот цвет. Старому офицеру перед смертью наперсток подавитесь сами. Братва, у кого самогон есть, причасти его благородие. Лещей язвите в душу, чтоб потом на том свете Господу Богу на меня не скулил. Я человек щедрый. Ваше здоровье, просвещенный комиссар. Правды нет и Родины нет.
А за погоны и драться не стоит. Ротмистр, марш в рай без пересадки. Сейчас замаршируешь. Василий, уйми ты ее. Спрячь. Мразь! Офицерье проклятое! Правду говоришь, нет? Ярошенко, отведи-ка его благородие в обоз. Пусть проспится, я еще с ним поговорю. Пошли. И верните пленному споги. А этого что пришить? Дайте ему под мягкое место, пусть катится, сопляк. Спасибо. А ну, вставай, да ты, но... Ваше благородие. А это что такое у тебя, а? Детство на пожаре обожгло. Чего ж прислуга не доглядела? Какая там прислуга? Что же, из простых, а как? Дворянин. Дворянин. Всех дворян, которые голодранцы, что ли? Выходит так. Вот ты вчера кричал, правды нет. А ты большевистскую правду знаешь? Это которая? Настоящая которая. Настоящая правда, она одна. За нее драться приходится. Народ сейчас за большевиками идет. А твоя правда где? Во французском обозе с пушками идет? Вообще ты с дуру на нас полез. С дуру. Обиделся, поди, погоны сняли. А на кой тебе погоны сдались? В расстрелах не принимали участие? Я не палач и с народом не воюю. Ерунда, а вот это что такое? Деникинцы, их работа. Говорят, раненых партизан нашли в селе. Вот и сожгли все. Ну вот что. Завтра посылаю связных к своим. Поедешь с ними. Нам толковые люди нужны. Как? Согласен. Ну чего тебе? Ты не кричи. Долго мы еще этому матросу прислуживать будем? Подождешь. Чего ждать? Пока меня к стенке поставят. Ты из-за этого матроса и нас продать можешь. Где взял? У попадьи. Так осторожно, а то шум будет. Не будет. Здорово.
Миша. Мишенько. Миша. Ну чего тебе? Давай, давай отсюда. Ладно, я подожду. Спросил я Машу, что ты будешь пить. Она говорит, голова болит. Эх, а лихо Васенька мои конечки посты в этом паршивом местечке сняли. Лихо. Только ты зря в огонь не лезь. Голова-то одна. А и жизнь одна, Вася. Василий, нужно с тобой поговорить. Серьезно. А чего ты нюни-то распустил, Мишенька? Говори. Пусть выйдет. Я? Выйдь. Ну, выйдь, чего там? Дело очень грязное. В селе, откуда мы вчера ушли, нас обвиняют в грабежах. Говорят, что Лёлькины кавалеристы грабили по домам. Я тебя предупреждал, просил не брать этой. Так, Амба, не горячись. Кто грабил? При чем тут она? Народ у нее распущен, это верно. Так она же баба. А я завтра шкертом их возьму за глотку. Шелковые станут. Да не в этом дело. Или ты не догадываешься, кто она? А ты вглядись. Ну что ты о ней знаешь? Да эту шлюху просто к стенке нужно ставить. И с ней всю ее рвань. Ах ты, подстилка свиное буржуйское семя. Ты меня к стене революционерку? А ну говори, я шлюха. Говори. Пусти. Пусти! Я попросил тебя употребить власть командиром. Не в свои дела не путайся. Быть! Быть, девушка! В сражении. Видишь, вояка. Неужели ты и после этого ее не выставишь? Нет! Я командир, за себя отвечаю. А ты в мои дела не лезь. Свихнулась, понимаю. Но ей же надо помочь. Помочь надо, на ноги встать, а не гнать. Эх, Василий. Чего, Василий? А я тебе прямо скажу, глаза. Дорога мне эта баба за удаль. А может быть, за что-нибудь другое? Может, за что-нибудь другое. Другое я знаю. Ну вот что. Я требую убрать ее из полка. Ух ты. Впрочем, пожалуй, тебе это не по силам. Удобная баба, искать не нужно. Ну ты! Какие страхи из-за бабы. Хватит! Сам могу учить. Ну ладно, делай, что хочешь. Но теперь я только начальник штаба. Вне службы мы люди чужие. А за бандитизм я прикажу расстреливать. Сейчас 20. Михаил, может, остановим полк на отдых? Как прикажешь, товарищ командир? Я-то прикажу. А ты как думаешь? Мое мнение такое же. Распоряжусь. Ох, характер дубовый.
коряга, не человек. Недоноском своим лизался, вояк. Свое место знай. Вот, лизался. Убью. Гадюка. Командир, Гулявин, гляди. Командир партизанского отряда Копытца, а это мой начальник штаба. Понимаешь, браток, выводим из окружения босс беженцев. Ну? Семьи красных бойцов и коммунистов. Но патроны на исходе, жрать нечего. Вчера едва деникинцев оторвались, следом идут. Помоги, браток. Что делать будем? По-моему, надо помочь. Вот и я так думаю. Кругляк, полк. Натачан, есть? Подмогнем? Спасибо. Разведка вернулась. Что? Каратели рыщут, к утру будут здесь. Баста, выступать немедля. Полк развернем вокруг обоза. Предлагаю 4 взвода пустить с обозом для охраны, а здесь оставим для прикрытия остальных. И Лёлькиных отрядников. Распорядись. Есть. Нагрянут деникинцы, будем сражаться до последнего. Позиция здесь подходящая. Ну, прощавай, командир. Взял ты на себя такую задачу, что вряд ли свидимся. Тасы висинку. Бабуся, счастливого пути. Сердце ты мне кромсаешь. Люблю же я тебя, парень. Я не сержусь. Но только свернуть с пути, Василий, отвечать-то всем придется. Даю тебе слово, Миш. Как только обоза дойдет до наших, я ее выгоню чертям собачьим. Ну, а деникинцы нападут, бой примем. Все народу больше. И правильно сделаешь. Дай руку. Ну, пойдем. Этажи проверим. Скажу я тебе, Миша, вот повстречался я с тобой
пошла от этого моя тревога. Много мне захотелось. И стало ясно мне, что человеку много знать надо. Я ведь ничего, кроме революции, не смыслил. Да и к ней-то больше так, чутьем тянулся. Всю жизнь в темноте ходил. Ну и любви у меня никакой не было. Потому, может, для меня и Лёлька подарок. Ладно, в другой раз поговорим. Нет, а чего же? В чем дело? Товарищ Строев, Лёлька пулемет из постов снимает по Гуляевскому приказу. Сейчас его волос схватили. Что? Там Строева. Где? Наверху. Товарищ Строева, вниз. А этих запереть до утра. Меня запереть? Матросики! Что же это? Ну чего вы смотрите? Продают вас, командиры! Запереть. Башкой ответите, если уйдет. Командир, не гожа! Баба, очумайся. Дом, душу втяни. По местам, братишки, по местам. Вывести бандитку. Есть.
Я думал, ты человек, а ты вон кто на поверку революции по бандитке взводом! Взвод! Стреляй! Thank you.
ледяные пронзительные ветры революции шел матрос, падал, умирал и не мог умереть. Просторы звали его бурями, грохотом пушек, рыжими, лохматыми дымами пожаров. На бой за всю землю, мир бесконечный, богатый и широкий. Пропуск. Проходи. Товарищ член военного совета, командир отдельного разведотряда Гулявин явился по вашему вызову. Чай хочешь? Не пью. Тридцать 34 года, Херсонской губернии, из крестьян. Точно, я. За усердие на флоте Его Величества присвоено звание лейтенанта. Нет, не я. На днях мы захватили лейтенанта Климашина. Он ехал от окруженной группы войск к Врангелю. С широчайшими полномочиями и для связи. Так вот, этим лейтенантом должен быть ты. Это работа, килей в душу. Что? Боишься, не справишься? Ну как не справлюсь? Что за слова такие? Справлюсь. Понимаешь, Василий, здесь должен быть человек твердый, хорошо знающий флотское дело. Я не хотел бы тобой рисковать, но другого выхода нет. С тобой пойдет еще один человек. Вы, кажется, знакомы? Вовла, сушеный. Ну как? Не пью. Да. Господин лейтенант, генерал ждет вас. Очень жаль, что Петр Николаевич нездоров и не сможет вас принять теперь. Я докладывал ему о вас. Петр Николаевич просил передать вам свои лучшие пожелания, сообщить, что он вас хорошо помнит. Кто это, Петр Николаевич? Барон Врангель. Голубчик, ведь вы же служили под его начальством. Видите ли, я больше привык называть его ваше превосходительство. Recommencer une opération tout de suite. По его рассказам, я думал, вы были близки.
Да, это боевой командир. Могу я получить справочку по нужному вопросу? Знаете, я напишу вам записку начальнику оперативного отдела. От него знаете все. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Вот что. Тут был сейчас лейтенант Лемаш. Так вот. Впрочем, нет. Ерунда. Вечером генерал вас приглашает в офицерский клуб. Мы там все собираемся. Там же ресторан. Женщины хорошие есть. Еще не оскудела, матушка Русь. Это у большевиков одни стриженные остались. А у нас еще есть на кого посмотреть. Вам по коридору налево. 30-я комната. Ну, Лучицкая, чуть-чуть мы с тобой под лафет не попали. В чем дело? Лейтенант Климашин оказывается самому Врангелю знаком. Ох, Андрей. Так, держи. Вот тут вся их дислокация в точности. Понял? И давай колбаской мотай от Седова. А вы, товарищ Гуляев? А я еще останусь здесь. Да вы с ума сошли. Это же верная смерть. Генерал идет в ресторан. Не приду, станут искать. Обоих накроют. Штормяга ночью будет. Не нравится мне это. Что не нравится? Уходить надо вдвоем. Не могу. Рисковать пакетом командующему не могу. В ресторан иду. Я там с них еще с кадетиков молочка пососу. С пьяных-то легче брать. Вот за это спасибо. Ну, свидимся, так свидимся. А не свидимся. Вот что. Командующему передай, пусть не беспокоится. Ну, братишка, бывай. Лейтенант Климашин. Полковник Сюренинов, штабс-капитан Рыбкин. Готовится. Прошу, господа, садитесь. Выбирайте, лейтенант. Какое вино пьете? Вот это. О! О! Да лейтенант у нас барышня. Дамское вино пьет. И нет, батенька, так не пойдет. По русскому обычаю начнем с беленькой, потом яйцо, потом коньячку. Потом опять беленькой. И опять беленькой. Ну и так далее, господа. Смотрите на эстраду. Звезда надежды благодатная, звезда любви волшебных дней. Графиня Осмоловская. Мне закатная в душе тоскую.
гущей моей. Ты будешь вечно незакатная в душе тоску. Дожили, лейтенант. Докатились. Прошу. Да вы что, батя? Спарж, вилкой. Я ее никогда не ел. Она у нас не растет. Ах, я забыл, что вы из Херсона. Ну, извините, голубчик. Давайте выпьем за Россию-матушку. Надежда Андреевна. Разрешите представить? Лейтенант Климашин. Не надоело еще пить? Вот люди. Скоро вас в психическую отвезут. А куда же еще? Все мы выгнанные собаки. И дома у нас нет. Ни черта у нас нет, кроме пьяного уха. Ну, не скверно. Вы новенький. У вас лицо хорошее, не пропитое. Князь, душка! Откуда, какими судьбами? С фронта! Ну, садись, садись, рассказывай. А что рассказывать? Особенного ничего, скука. Господа, я сегодня в гостинице видел ротмистра Лучицкого. Лучицкого? Да. Я вижу, вам неизвестно, господа, что ротмистр продался красным. Прошу извинить, господа. Я должен его задержать. Лейтенант Климашин, к вашим услугам. Князь Болгаринов. Очень приятно. Спаржа! Отличная штука, господа! Расскажу вам, господа, призабавный случай. Взяли мы эшелон, а там сестра милосердия. Завзятая большевичка из вагонов по нашим шпарила. Хохлушка. И чертовски хороша. Привели ее ко мне. Я говорю, жалко мне вас, мадемуазель, отпускать на тот свет такой юной и не познавшей высоких идеалов страсть. Я вас не разумею, говорит. Естественно, отдал казачкам. Познала страсть в избытке. До свидания, господа. За одним столом с подлецом, который хвастает со своей подлостью, не сижу. Забери свои слова обратно. Подлец. Лапы, лейтенант. Цыть! Молодцы! Большевистские штурманты! Что с вами? Понюзка всех! Спасибо! Ту! Жрите! Гады!
Не умирать, но и вам, амба.